дозвольте, представлю Людмилу Артеменко, провідна майстриня сцени Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок», актриса, яка стаж, який налічує вже 37 років, на сцені радувала не лише дітей, а лише дорослих, сьогодні ви в нашій студії. Доброго ранку. Ми дякуємо, що, ви завітали до нас, не одна. І сьогодні так, не одна завітала, у вас супутник такий милий. Так. Представляйте його. Це обезьянка со спектакля «Носорог и жирафа». Угу. Это очень лирическая сказка, когда носорог влюбляется в жирафу, а она их ссорит, рассказывает, что они не пара. Вот. Ну, заканчивается тем, что они, в принципе, подружились, а ее наказали. У нее просто вырос длинный язык, и она убежала в джунгли. Ось такая, да. Такой персонаж. Так. Она очень подвижная, она очень мягенькая, в том смысле, что это поролончик, да. Она, в общем, танцует. Да, вот посмотри. Вот. Она делает вот такие движения, потом делает вот такие кульбики, потом делает вот так, потом делает вот так. И она всегда говорит, да, да. Ну и парочка, помереть можно. Вот примерно таким образом. Разумела теперь, да? Ну, вообще она веселая, конечно, и задорная, поэтому мне, кстати, на юбилей мы подарили вот ее со спектакля прямо на сцене. 37 років ви працювали в театрі, близько 100 ролей, більше 50 вистав, нещодавно відбувся ваш бенефіс. Ви оголосили про те, що припиняєте свою акторську діяльність. Я б хотіла згадати той день, коли вперше вашу першу роль, вашу першу виставу, тому що завжди, коли ми підбиваємо такі підсумки, пригадується те, що воно було перше, ті емоції, те хвилювання, це не забутнє. Розкажіть про це, будь ласка. Ви знаєте, кожна роль в каждом спектакле это всегда начало. Всегда начало. Потому что надо сначала прочитать текст, потом взять куклу в руки, посмотреть на ее мордаху, определиться, какой у нее характер. И каждый раз, когда актер театра кукол берет куклу, это, знаете, как вот первый раз, первый класс. Каждый раз хочется ее узнать, попробовать, какие возможности. После театрального училища, я закончила Саратовское театральное училище имени Слонова, я поехала в Казахстан. Я была молодая, красивая, одинокая, то есть хотелось где-то поехать в другой город. Я приезжаю в Казахстан, город Шевченко, это на Каспийском море. Театр только открылся, молодые, все красивые, все талантливые. Вот. И первая роль, которая у меня была, кастрюля. Ух ты! Ого. Спектакль назывался «Вперед, котенок». Значит, там немножко такой сюжет, быстро расскажу, что, знаете, как в жизни, пока молодой, пока энергетика у тебя хорошая, ты нужен. А потом приходит время, и вот показывают свалка, на которую выбросили кастрюлю, башмак, понимаете, там бабочка, которая крыло себе опалила, хотела к свету ближе, да. А башмак, который говорит, я когда-то на балу танцевал, а сейчас я вот старенький. Да. И кастрюля, которая говорит, господи, я так блистала, у меня такие крышечка такая-то, на голове красивая была. А пришло время, когда вот выкинули их всех на мусор. Но попадает зернышко одуванчика, и он прорастает там, и он не понимает, что такая вот есть вот такая вот свалка. Вот. В этом спектакле я работала кастрюлю. Она была замечательная. Художник настолько ее выразительно сделал, эту куколку. Вот это вот моя первая была кукла в театре, кукол в Казахстане. В училище там тоже были спектакли, как бы студенческие. Но вот это первая роль, которая была для меня вообще, она очень характерная, очень веселая, вот. А потом уже начались все, как сказать, роли за ролями, и так пошло, поехало. И на сегодняшний день даже так вспомнить, думаешь, ай-яй-яй, 100 ролей, это очень разные, и лирические, и зайчики, и белочки. И самое трудное, самое трудное было, вы знаете, я
ну, я не характерная актриса. Я более лирическая или более такая, знаете, мягкая. Mm-hmm. И тут вдруг режиссер Цуганова, покойная Ирина Альбертовна, решила, знаете, как надо сломить актера. Mm-hmm. Все время амплуа, тут надо сломить. Вот сломить актера. Она дает мне роль Бабы-Яги, вот, Мария Краса, Золотая коса. Угу. Тоже очень прекрасный сюжет. Там была маска, там просто было большое такое, ну, платье такое, угу. Она в маске была. И самое интересное, что Баба-Яга не просто, знаете, вот Баба-Яга, которая на метле. Нет, она была интересная, она прическу делала. У нее было трое детей, как ни странно, Толя, Коля и Оля. То есть два было, два сына, и посередине была дочка. Но это был спектакль очень смешной, очень колоритный. Ну, это был на... Мне надо было сломить, понимаете, мой характер вот на Бабу-Ягу. Ну, в принципе, было подстроить. Да, да, да. Ну, было очень интересно. Это удалось сделать режиссеру? Звичайно. Да, звичайно. Потому что талантливые люди, они все равно добиваются того, что хотят, как бы. Ну, вы знаете, я хотела сказать, что очень много зависит от школы, очень много зависит от режиссера, от коллектива. И тогда актер формируется, понимаете, не просто идет как-то так, ну, знаете, на одной ступенечке, а он каждый раз поднимается до вершины. Это очень важно. Чи було у вас коли-небудь бажання розкрити себе з іншої сторони? Наприклад, зіграти роль без ляльки вже от в театрі, чи ні? Чи от театр ляльок і все? А скажу вам більше. Всю життя мечтала бути актрисою театру кукол. Ось. Всю життя, з дитинства. Знаєте, як в нашому дитинстві? Ставили стульчик і... становились на этот стульчик и рассказывали стихи. Всю жизнь я хотела быть актрисой театра кукол. В детстве я этого не понимала, что есть такая профессия, понимаете? А потом уже, ну, уже в возрасте, как бы, я поступила 22 года мне было, я поняла, что это для меня очень важно. Во-первых, это очень интересно. Хотя, когда я подавала документы в Саратовское училище, мне сразу режиссеры драмы говорят: вы на театр кукол. Ну, знаете, как мы все молодые. Красивые, стройные, глаза вот такие. Горят глаза. Я говорю: как вы идете в театр кукол? Ну, это же. Я говорю: нет. Драма меня не интересует. Меня интересует театр кукол. Потому что в театре кукол это... такой вид искусства, что я всегда говорю, знаете, вот в драме веник никогда не затанцует. Супер. А в Казахстане у нас была программа для взрослых, и, вы знаете, веники танцевали просто там русский танец, гопак там такое. Ну, в драме такого нет. То есть кастрюля может говорить. Веник может танцевать. Поэтому для меня театр кукол, вот на протяжении всей жизни, я ни дня не жалела, что я работала до сегодняшнего дня. Знаете, який такий вислів, знайдіть роботу по душі, ви не будете працювати жодного дня. Сократ сказав, якщо не помиляюся, і це таке щастя, коли от дійсно так знаходиш собі. Що далі? Ви припинили акторську діяльність, чи будете навчати молодих акторів, ділитися досвідом? Один мой колега сказав, уйти з театру – це не оставити іскусство. От приблизно таке. Ви знаєте, ну, скажем так, после, на выход пенсии я уже 10 лет работала в театре. То есть это такой юбилей, знаете, затянутый. Вот. Поэтому это решение пришло не сегодня, не вчера. Это было решение давно, потому что рано или поздно в жизни происходят какие-то события. Это произошло событие, когда я сказала: все, я с театра ухожу. Но я очень творческий человек. Я прихожу в театр, я помогаю на репетициях. Если мне говорят: а можете вы отработать там еще какой-то спектакль? Наверное, да. Это то, что мы хотели от вас почути. Нет, жизнь не заканчивается. Это, знаете, как у, скажем, ну, начинается вторая жизнь, второе событие, знаете, в жизни просто. Не просто пошел человек на пенсию и сказал: ой, все, нет, ничего не заканчивается, все еще впереди. Зараз это круто.
Ой, ми дякуємо вам. Я дуже приємно познайомитися з вами отак віч-навіч. Ми дивилися ваші театри. Я читала, знала про вас, а тепер сиджу і спілкуюся з вами. Дякую за ваш досвід, за вашу харизму, за ваш талант. Ви молодець і так. Все ще попереду. Все бажаємо успіху далі, бажаємо, щоб дійсно це не припинялось. Ви така позитивна, мені здається, що просто без вас буде важко уявити театр «Ляльок», але я думаю, все ще будуть вистави. Людмила Артеменко, провідна майстриня Миколаївського обласного академічного театру «Ляльок» була в нас в гостях.